Всем привет! Это Mad Lucas Channel. Вы смотрите 38-ю серию прохождения игрушки «Посейдон, повелитель Атлантиды». В прошлой серии мы основали город Клейтос. Вот, он у нас уже более-менее это функционирует. Сам себя уже обеспечивает едой, например. Так, даже еще один амбар поставлю. Но нам нужно как бы улучшить сейчас условия жизни в этом городе. Вот. И увеличить желательно количество денег, которые у нас есть, которые нам поступают. Ну, для того, чтобы, собственно, здесь все это поддерживать. Так. Если я смотрю, у нас, во-первых, безработных довольно много. Еще у нас мрамора довольно много, который нам девать что-то особо некуда. Здесь есть Цитадель Посейдона и колонна Атласа, которую можно построить. Так, сколько у меня мрамора? 36. Так, колонна Атласа требует 25. Ну-ка давайте посмотрим, мы сюда это можем все поставить. В принципе, здесь место просто завались, я думаю, мы можем себе здесь поставить все что угодно, куда угодно. Так. Я Посейдон! Поклоняйся мне, и море будет твоим другом! Да, я, наверное, ему тоже цитадель поставлю, но немножко позже. Так, для начала я поставлю нужны рабочие. Так как они располагаются, нормально располагаются. Пусть они строят цитадель Атласа потихонечку, а мы, значит, будем дальше разбираться со своими баранами. Так, черный мрамор уже собирается, я себе немножко разгрузил в плане белого мрамора. Так, денег что-то все равно не очень много. А я же все потратил на постройку этой храма для Атласа. Так, у меня еще рабочих не хватает. В принципе, я знаю, как немножко поправить эту проблему. Я могу здесь увеличить количество науки. Давайте здесь поставим обсерваторию, здесь поставим университет. Так, и тогда для этого квартала здесь все должно быть замечательно. Поставим здесь еще одного смотрителя, будет здесь совсем чудесно. Так, только здесь что-то отвалилось, привлекательность местности. То есть совсем отвалилось, что даже понизилось до халупы. Так. Здесь. И давайте поставим второй монумент. Все, хорошо. Пусть развивается. С этими рабочими сейчас проблема должна решиться. Я на это надеюсь. Еды у меня на 20 месяцев, то есть мне ее вообще уже некуда девать. То есть даже, может быть, еще один амбар поставлю. Но поскольку у меня население все увеличивается и увеличивается, я думаю, что в какой-то момент у меня потребление пищи будет примерно равно его производству, и все будет хорошо. Так, хорошо, теперь ждем, когда у нас новые люди заселятся и будет небольшая безработица. Чем бы занять безработных? Можно, в принципе, их отправить лес рубить. Кто-нибудь хочет купить лес? Так, вы не хотите лес покупать на самом деле. Так, лес пока, по-моему, никто не хочет покупать. Совсем никто не хочет. У нас только есть Аргос, который хочет покупать мрамор. Так, тем временем мы покупаем виноград, продаем вино. Вроде бы это все исправно работает. Так, у меня скоро шерсть закончится, по-моему. Шерсть чуть-чуть осталась. Давайте закупим еще пачку. Одну маленькую пачечку шерсти, пока у меня есть деньги.
потому что нужно же народ поддерживать. Безработные 4% образовались, и это число сейчас будет расти. Это не очень хорошо. Так, черный мрамор успешно продается. Так, может не увеличить производство черного мрамора? Или, в принципе, достаточно. Пусть пока два домика будет, я думаю. Я бы лес вот начал валить. Лес бы рубить, валить. Лес — это хорошая идея. Давайте здесь организуем добычу леса, ну, чтобы рабочих чем-нибудь занять. Лесопилка. Парочку поставим, пусть они лес добывают. Мне лес нужен будет для строительства храма для атласа. Пока что здесь только мраморные плиты нужны, но потом еще нужно будет дерево и скульптуры. А скульптуры, что производить, мне надо придется закупать какую-нибудь бронзу. Вот, бронзу я могу закупать у Тира. Это чуть попозже, когда у меня будет достаточно денег. И можно будет уже построить. Ну, поняли. Так, кому еще что можно продавать? Вино. Очень много кто хочет купить, но, к сожалению, у меня поставки винограда ограничены. Очень жалко, конечно, но... Ладно. Так. А оливковое масло кто у нас продает? У нас Мемфис продает оливковое масло. С Мемфисом придется торговать и потихонечку закупаться оливковым маслом. Так, безработные 5%. Так, здесь уже ребятки рубят лес. Хорошо. Так, так, так. Но мы пока еще особо не приблизились к нашим целям. Ох, ё-моё, я опять в минус залез. Это у меня, по-моему, закупка шерсти произошла, да. 24 единицы шерсти, по-моему, многовато, конечно. Так, так. А, что-то мне игра немножко притормаживает. Собираю ли я налоги вот с этих вот товарищей? Да, собираю. То есть налогом меня все облужено. Так, игра, не притормаживай, пожалуйста. Так, спасибо, Гадес, за руку помощи. Я не хотел уходить в минус, но так случилось. Так, безработные, 5%. Куда бы их отправить? Какой другой бог может предложить тебе такое? Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Так, что-то я расслабился немножко. Черный мрамор продается, но помню, что-то его недостаточно продается за год. Успевает нужное количество мрамора за год продать. Все 12 дней. Давайте посмотрим. Сейчас октябрь, по-моему, не успевается там продать. Давайте я тогда сюда поставлю еще одну мастерскую черного мрамора. Так, эта штука вот, что-то она заполняется быстрее, чем отправляется все это сюда. На этот торговый пост. Вот интересно, почему так? Я не знаю, почему так. Так, так, так. Мне нужно срочно какие-то дополнительные источники финансирования находить. Потому что проблема, собственно, в том, что чтобы вот эти вот задачи выполнить, мне нужно закупать дополнительные ресурсы. То есть оливковое масло закупать, закупать шерсть, а это дорого, зараза. Вот. А чтобы у меня были деньги, мне нужно их как-то зарабатывать. Зарабатывать непонятно как. Все непонятно. Так. Здесь, конечно, еще есть... Нет, у меня нет ипподрома. Я думал, у меня есть ипподром.
ипподроме тоже можешь немножко зарабатывать денег, но, видимо, не в этот раз. Угу, мраморные плиты, мясо, хорошо. Вот ведь зараза, а. Ладно, в принципе, можно просто подождать, накопить некоторое количество денег и только потом что-нибудь с ним начать делать. Так, народ забегал. 3004, ну так, 3500 драхом. Так, что-то у меня на 20 месяцев еды. Еды у меня более чем достаточно. Так, 3500. Может быть, кто-нибудь еще оживет с каких-нибудь городов. Какой другой бог может предложить тебе такое? Если еще какие города оживут, то можно будет, может быть, им еще что-нибудь продавать. Это было бы круто. Так, я потихонечку слежу. Какой другой бог может предложить тебе такое? Я слежу потихоньку за уровнем шерсти, который у меня есть. По-моему, сейчас мне придется его закупить заново. Немножко шерсти. Так, давайте вот так вот сделаем. 8. То есть, по идее, я этим снижу количество шерсти, которое за год будет закупаться. Чисто гипотетически, то есть к нам приедет товарищ, 8 продаст, уедет. По-моему, они только раза два в год заезжают, но я могу ошибаться. Так, это вот как раз сейчас закупка шерсти произошла, 8 единиц. Давайте посмотрим, сколько у нас за год закупится. Так, апрель. Ой. Ой. Что-то так разрушилось-то внезапно. Здание. Так, давайте вернем на место винокурню. Давайте тогда сюда поставим еще одного. Вот так вот. Хорошо. Так, закупил 16 за год. Так, ну сейчас пока что июнь. Шерсть, по идее, отсюда сейчас увезут пачку. Так, сколько раз будет подъезжать сюда? Какой другой бог может предложить тебе такое? Август, сентябрь. Октябрь, ноябрь, так, еще раз. То есть, все-таки они все 24 мне продали шерсти, зараза, за год. Ну, ладно. В принципе, деньги у меня сейчас какие-то есть. Так, что-то у меня со строительством храма. Так, храм строится потихонечку. То есть, вот весь мрамор, который мне поступает, он идет на... Вы поняли. На постройку храма. Так, давайте лес производства отключу. Так, и сейчас у меня есть идея начать уже как-нибудь где-нибудь строить элитный квартал. Так. Потому что мне резиденции тоже надо как-то содержать, как-то где-то построить. Так. Что если поставить их где-нибудь за этими кварталами? Так, так, спасибо. Так, этот лес я тоже, наверное, уничтожу. Потому что мне как-то не нужен, не интересен. И вообще, так. Давайте здесь сделаем небольшое ответвление. Так, а вот это вот ответвление, здесь оно не очень удобно по той причине, что... Вот этот вот сборщик налогов, он мог бы зайти куда-то не туда. Так, ладно. Начнем потихонечку тогда отстраивать наш элитный квартал. Пусть он здесь будет жить. Так, Великая Агора. Какой другой бог может предложить тебе такое? Еда, шерсть, масло... Оружие, вино.
Хорошо. Так. Бульвар. Так, а сколько мне нужно построить? Мне нужно 40 человек в резиденции или лучше. То есть, наверное, 4 резиденций будет более чем достаточно для начала. Так, давайте. Тогда это распланируем исключительно на 4 резиденции. Так, по-моему, я поставил здесь. Вот это вот не совсем верно, потому что мне еще нужно было вот на вот этого товарища сообразить. Ну ладно. Так, балконы. Так, рыбный пруд. Там, кстати, какой-то фруктовый сад появился. А, это он маленький. Он слишком маленький. Так. Цветочный сад. Давайте еще рыбный пруд. Сад раковин. Для разнообразия, что там еще есть? Солнечные часы. Ага. Еще рыбный пруд. Еще рыбный пруд. Так. Скульптура дельфина. То есть, по идее, у меня там уже все закончилось. Интересно. Давайте тогда пройдемся по кругу. То есть делаем небольшой повтор. Балконы. 4 штуки. Так, вообще-то им нужно будет оливковое масло. То есть мне оливковое масло уже надо начать закупать. Безработные есть немножко. Так. Шерсть пока более-менее достаточно. Так, где мне закупать оливковое масло? Оливковое масло. А, Ликсус он его хочет купить, то есть он его не производит. Кто производит оливковое масло? Вот Мемфис производит оливковое масло. И с Мемфисом придется торговать. Мемфис, куда бы пристроить твой порт? В принципе, сюда он должен поместиться. Так, этот лес я тоже весь уничтожу. Главное его весь не уничтожить лес. Если весь его уничтожить, то неоткуда будет дерево добывать, кроме как выкупать. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Так, нужны рабочие внезапно. Какой другой бог может предложить тебе такое? Так, а здесь у нас. А, у нас еще ученые здесь вот не все бывали. То есть можно здесь еще расположить ученых каких-нибудь. Так, нет, по-моему, лучше здесь. Лаборатория. Как раз для лаборатории оставил место. Так, лаборатория. Окей. Так, все, давайте продлим. Поставим здесь мастерскую ученого. А здесь еще одного смотрителя. То есть сейчас здесь с наукой должно стать гораздо лучше, чем было до этого. Так, на самом деле здесь можно еще развить дальше культуру, куда-нибудь ее пристроить. То есть вот этот можно развить дальше. И вот этот тоже можно развить дальше. А для абсолютного полноценного развития им еще нужно будет продать оливковое масло. Но я сейчас, наверное, буду оливковое масло немножко экономить. Так. Они закупили оливковое масло в этом году. Давайте пока больше не будем покупать. Так, а с шерстью? Шерстью пока нормально. Давайте расположим наше элитное жилище. Так, хоть какие-то. Так. Ой, у меня опять откуда-то деньги закончились куда-то. Провалились, это, по-моему. Ой, я шерсть закупаю, продолжаю закупать. Видимо, из-за того, что я шерсть закупил, у меня опять деньги закончились. Короче, сколько у меня раз только уже здесь не заканчивались деньги, я уже немножко сбился со счета. Кстати, спас бы налоги собирать. Это обязательно. Так. Обсерватория помещается сюда. Библиотека.
помещается сюда. А университет тоже поместится как-нибудь. А, давайте мастерскую ученого сюда поместим. Так, здесь немножко загнем. Сюда нужно еще лабораторию поставить. Да, вот так вот. И сюда поставим второго смотрителя. Хорошо, что там у нас с рабочими? Нужно 32 рабочих. Эти рабочие, по идее, сейчас должны появиться, потому что я здесь вот немножко развил наш домик, ну, наш квартал. И, по идее, можно развить его еще, если мы им обеспечим, если мы их обеспечим оливковым маслом. Но оливкового масла у нас мало, поэтому пока мы не будем их обеспечивать. Так. Так. Пока все хорошо. Еды хватает на 18 месяцев. То есть вот понемножку увеличивается наш запас доступный, но все равно. Пока еды на всех хватает. Так, здесь у нас что? Резиденция. Так. А сколько здесь живет в резиденции? Один человек живет, и еще есть для 5 помещений. То есть, по идее, с резиденциями сейчас здесь и будет закончено. Я, наверное, не буду уж прямо... Ну, не нужно им доспехи производить. То есть, им достаточно обычных. Какой другой бог может предложить тебе такое? Им достаточно обычных ресурсов, наверное, будет. То есть, здесь написано резиденция. Вот, оценка 4 человека. То есть, здесь по одному человеку живет... Сейчас заселится сюда еще народ, и будет все замечательно. Так, ладно, давайте я тогда скорость увеличу. Немножко. Дальше. Я хочу поднакопить еще денег, для того, чтобы купить еще легкого масла и свои эти кварталы развить немножко дальше. Так, готов момент счастья, я слежу за количеством шерсти, которое у меня есть в запасе. Потому что мне не надо делать так, чтобы оно исчезло совершенно и полностью. Так. Какой другой бог может предложить тебе такое? Вот, самое время закупиться шерстью еще раз. Так, что-то у меня с храмом. Ага, уже начали строить святилище. Нужен мрамор, 32 мраморные плиты, ну как раз вот потихонечку нам его будут дарить, точнее не дарить, а отдавать дань мрамором. И из него нам наконец построят это самое святилище Атласа. Так, ладно, 8000 у нас накопилось. Я думаю, можете себе позволить еще закупить немножко масла оливы. Так, масло оливы я 12 закупил. У меня стало 5000. Наверное, я могу себе позволить еще в следующем году закупить масло оливы. Ага, спасибо за мраморные плиты. Так, у меня тем временем даже закупается шерсть. Так, все. Пожалуй, больше нам не надо легкого масла. А шерсть... Шерсть пусть пока покупается. Пока. Так, хорошо. Давайте раздавать людям масло. Так. Как раз у меня сейчас будет больше рабочих рук. Причем их будет настолько много, что я могу себе даже позволить 3 фрегата. Я так полагаю. То сейчас оливковое масло начнет распространяться по моему югу. На что я запинаюсь в этой серии. Какой другой бог может предложить тебе такое? Наверное, нужно больше разговаривать. Или может я слишком много разговаривал до этого, поэтому что-то я немножко, у меня язык заплетается. По непонятной мне причине. Так. Пока до городского дома довольно далеко, потому что им нужно больше ученых. Но я пока не тороплюсь, потому что безработица внезапно резко, это тоже плохо.
Население 2000 людей. Можно какие-то там дополнительные монументы поставить. У меня их аж целых два. Давайте их поставим. Они все равно бесплатные. Так, момент населения сюда. И момент части сюда. Отлично. Все очень круто. Безработные 20 человек. Давайте уже примерно примерять, куда мы можем поставить пристань фрегата. Сюда можем? Можем. Сюда, вот здесь прямо третье можно поставить пристань фрегата. То есть здесь пусть пока первая стоит пристань. Да, нужны рабочие внезапно. Очень внезапно понадобились рабочие. Ну, очень внезапно. Так. Нужно обязательно вот эту вот вещь. Так, а позвольте. Чтобы нам фрегаты построить, нам еще нужен запас доспехов. Вот в чем проблема. Зараза. А для того, чтобы доспехи производить, мне нужно закупать бронзу. Еще мне нужен дополнительный рабочий, чтобы все это заработало. Ладно, мы пока не сдаемся. Так, домов для людей, к сожалению, больше пока нету. Значит, нам надо увеличивать в наших кварталах культуру. Не культуру, а, собственно, научные дома, научные здания. Так, сейчас. Там что-то я промахнулся немножко. Так, давайте вот так вот сделаем и увеличим здесь культуру по максимуму. Так, здесь уже стоит. Угу, надо поставить здесь обсерваторию. Обсерватория пусть здесь находится. Университет пусть находится здесь. И университета не было. Какой другой бог может предложить тебе такое? Нет, университета не было. Здесь вот есть мастерская ученого. Давайте сюда поставим еще одного смотрителя. По идее, этот квартал уже полностью будет развит. Абсолютно. Пища на 13 месяцев. То есть уже примерно получается то, что надо. Так. А что здесь только 24? А позвольте, 6 4, 24. Ага, чтобы дальше развиваться, нужны доспехи. То есть нам доспехи в любом случае нужно будет делать. Для этого придется закупать бронзу. Блин, а столько тратится на всех и вся. Так, ладно, давайте я ускорю время. Появились безработные, начали появляться безработные. 6%. Так, этого достаточно. Пока что нам будет. Шерсть есть. Это есть шерсть. Пока не будем покупать. Давайте будем покупать бронзу. Бронза тоже, конечно, дорогая, зараза. Ну да ладно. Будем закупать бронзу и будем из этой бронзы делать доспехи. Мастерская доспехов. Парочку их поставим. Ага, да. Я как раз из причала и буду импортировать, если что так. Так, что там у нас с... Ага, они все еще ждут мраморные плиты. Ну хорошо, в принципе, сейчас как раз мы запасемся бронзой и можем делать из нее не только доспехи на самом деле, можем еще также делать скульптуры. Так. Так, скульптор давайте один поставим, потому что нам скульптур всего 4 надо. Так, уже пачка бронзы была закуплена. Это хорошо. Так, наши склады, кстати, начали забиваться. Помню, нам нужно дополнительные склады поставить. Парочку. Какой другой бог может предложить тебе такое? Нужны рабочие. Не, нормально все с рабочими. Ничего нам не нужно особо дополнительно. Хотя, конечно, нужно закладывать увеличение их числа, потому что нам еще нужно
пристани фрегата. Так, в городских домах у нас уже достаточное количество людей. А на поддержку фрегатов мне нужно больше рабочих. Там нужно аж 100 рабочих на каждый фрегат. Но я думаю, если я здесь поставлю научные здания, то я смогу себе это позволить. Так, еда на 9 месяцев. Сейчас сентябрь. То есть вот нормальный баланс. Так, и мне сейчас нужно закупить пачку масла оливы. Так, так, так. Поп-поп-поп-поп-поп. Ладно, давайте увеличим. Так. Увеличим скорость. Так, надеюсь, я в минус опять не уйду, потому что сейчас начнется Новый год. И меня пришлют. Так, вот масло оливы я закупил. Осталось 2000. Давайте пока не буду покупать бронзу. На всякий случай. Не хочу опять в минус уходить. Я хочу зарабатывать свои деньги честным трудом, а не то, что мне будут руку помощи протягивать каждый раз. Какой другой бог может предложить тебе такое? Так, ладно, хорошо. А доспехи, по идее, уже немножко произвелись. Да, сюда, по крайней мере, доспехи пришли. Здесь уже живет 10 жителей. То есть, если... Да, везде по 10 живет. Но пока здесь, видимо, не учлось. 24 оценка. Если здесь будет по 10 жителей везде жить, то как раз 40 человек мы в нужных зданиях получим. Отлично, замечательно. Так, здесь что? Фрегат они уже строят. То есть им дерево доспехов достаточно для этого дела. Хорошо. Но, наверное, надо будет бронзу еще закупить пачку. Угу. Чудесно. Бронза, давайте закупим пачку. Все, бронзу больше не будем закупать. Закупим пачку оливкового масла. Здесь какой-то у меня микроменеджмент уже получается. Очень микро и очень менеджмент. Так, масло оливы пока больше не будем покупать. Так, ладно. Пора бы по полной прокачивать этот квартал. Так, тебя я уберу. Временно. Так, сюда мы поставим, сюда поставим лабораторию, мастерскую ученого поставим сюда и сюда поставим смотрителя. Все, этот квартал у нас будет по полной развит сейчас. У нас высвободится еще некоторое количество рабочих, которых, в принципе, можно будет отослать на производство фрегатов. Все, хорошо. Он даже прямо сейчас заказать фрегат, наверное. Какой другой бог может предложить тебе такое? Так, все. 132 рабочих требуется, конечно, многовато, но ладно. Мы пока что себе, наверное, так можем более-менее позволить. Так, так, так. Так, так, так. Оливковое масло. Оливковое масло уже притащили куда-то сюда. Оливковое масло он будет еще закупить. Так, ладно, скорость сотня. Сотня скорость. Рабочее количество. Сходится к нулю. Сходится к нулю, это хорошо. А нам нужно закупить еще пачку оливкового масла. Так, так, так. Момент счастья готов. Еще один момент счастья. Интересно. Так, 6 мраморных плит. Тарын-тарын-тарын. Так, меньшая скорость. Легко масло, пока больше не будем закупать.
Ох, в общем, вот так вот мы здесь балансируем. На грани нужного баланса. Так, давайте я отключу производство черного мрамора. У меня уже есть некоторые запасы, у меня появились безработные. Так. Второй фрегат уже готов. Вот. Так, а у меня доспехи еще остались в запасе? Нет? Что у меня там еще в запасе есть? Доспехи 0. То есть нету пока больше доспехов. Ну, какой другой бог может предложить тебе такое? В резиденции уже нужное количество человек. И в принципе для поддержки еще одного фрегата особо больше ничего не осталось. И, наверное, я постройку этого третьего фрегата перенесу на следующую серию. Потому что на данную серию уже немножко заканчивается время. Может быть, даже в третьей серии еще предварительно мы достроим вот эту вот колонну Атласа. Совсем чуть-чуть осталось достроить. И вот как-то вот так вот. На этом я данную серию закончу. И до следующей серии. Всем пока.